Привет, я Боб Дойл, один из создателей книги «Секрет» и автор одноименного фильма. Я обожаю работать с владельцами бизнеса, потому что они умеют реализовать свои мечты и при этом получать прибыль. Я с удовольствием обучаю их закону притяжения, так как верное понимание этого закона позволяет создать собственную реальность, материализуя свои мысли. Есть мечта, действуйте, и вы получите все, о чем мечтали. Это настоящая наука, и есть такие люди, жизнь которых — наглядный пример действия закона притяжения. Один из таких людей — мой бизнес-партнер Роман Василенко, владелец и основатель компании Life is Good. Он является ярким примером человека, который ставит перед собой цели и достигает их. Роман создал уникальный продукт и уникальную компанию с достойной миссией. Life is Good помогает создать и сохранить главные человеческие ценности, что вдохновляет многих людей воплощать свои мечты в жизнь. Life is Good дает вам уникальную возможность стать успешным. И у системы построения бизнеса нет аналогов. Она лучшая в своей сфере. Конечно, у многих возникает вопрос, в чем же секрет успеха? Я думаю, существует несколько факторов. Вы должны верить в то, чем занимаетесь. Вы должны любить свой бизнес. Люди — важный элемент в каждом бизнесе. Life is Good — это команда профессионалов с многолетним стажем успешной работы. Согласно закону притяжения, если вы окружаете себя успешными людьми, вам будет гораздо проще добиться успеха и реализовать свои мечты. И, наконец, успех любой компании зависит не только от самой компании, но и от своих бизнес-партнеров. Один из партнеров компании Life is Good — международная бизнес-академия IBA, чей успех основан на большом опыте работы экспертов. Бизнес-партнеры нашей компании обладают уникальными знаниями и опытом, которыми они готовы поделиться с вами. Я счастлив быть частью этой большой команды успешных профессионалов. Я уверен, наше сотрудничество поможет вам добиться большего успеха. Я с нетерпением жду нашей встречи. Оставайтесь с нами и воплощайте свои мечты в реальность вместе с Life is Good.